Все, ребята, приехали. Короче, думал, охлаждающая жидкость где-то ебанула, но видно было, что это не пар, а пыль какая-то. Поднял капот, смотрю, ремень. Я так и знал, что там что-то. В общем, позвонил начальству. Хрен его знает. Сейчас, наверное, уже не получится доехать. Вот такие пироги. Недалеко аэропорта. Возле депо. Все. Ну вот эту вот штуку нашел. Здесь лежала. На раме. Я уже ремень пустил. Так запутано, но все равно остается кусок. Или ремень надо короче. Или хрен его знает. Вроде бы недалеко от базы. Короче, рассыпался один ролик. А то, что от него осталось, то и не крутится вообще. Еще и, блядь, погнуло. Я удивляюсь, как еще ремень не порвало. Поэтому я думаю, что скорее сижу в кабине, еду, смотрю. Я подумал, что пар, но это не пар, это пыль пошла. Вот такие вот, сейчас жду начальство. Ладно. Ну вот, пацаны, загнал на стоянку здесь пока, доехал. Температура падает быстро, ничего, нормально. Тут как раз же я... Вот это депо здесь, я там как раз и стоял. Мне надо было вот чуть-чуть проехать, заехать сюда. Сейчас главное, чтобы отсюда не прогнали. В общем, все это мы выкрутили. Это натяжной ролик, валик. Я это все выкрутил, отбил эту внутреннюю отбойму. Ну все, там подшипник полетел. Ремень только вот странно, что не порвался. И поставил эту херню. Хорошо, что хоть инструменты какие-то. Я уже устал с собой таскать целые кучи инструментов. Ношу самое, как говорится, такое нужное. Ключей набор, там туда-сюда. Все, сейчас механик привезет, если привезет, но я надеюсь. Скрутим, свертим, ремень надо новый, потом еще пару кадров. Неудачный день. Неудачный, было предчувствие поганое, уже пару раз воняло этой резиной. Я все смотрел, смотрел туда, я понимал, что это один из этих роликов, валиков. Но вижу, там нигде не смазать ничего. Надо было просто тупо взять и менять его. Ну, кому это докажешь? Вот так вот оно и живется всю жизнь. Едь, пока не сломается. Так, вот приехал шеф. Привез натяжной. Я так понимаю, этот стопор надо выдергивать только после того, как установишь. Привез ремень. Звонил, не знал, какой ремень. А, да, я еще снял этот шкив отсюда, потому что он мешал. Ну, там ключ на 17. А там ключ звездочка. Я не знаю, насколько. Вот привез ремень. Видно, нет? Но мне кажется, он большой и даже замного большой. Сейчас поехал за ключами. И все такое будем ставить. Я единственное, только не могу врубиться, как потом эту фигню вырвать оттуда. Сейчас ее вырывать, я так понимаю, нельзя. Потому что он просто к чертовой матери размотается. Ладно.